Я смотрю на эту фотографию и думаю, как я люблю этого человека. Это мой близкий друг, великий сердечный хирург Вячеслав Иванович Францев. Мы сидели в кабинете у него в маньяке, и он мне рассказывал, как в лондонской гостинице доктор Бернар показывал фильм о пересадке сердца. И он увидел, как из груди достают сердце, и оно продолжает пульсировать, уже ненужное. И на этом месте, где было сердце, пустота. И Слава подумал, вот место, где живет душа. Такой философский разговор. И в этот момент вдруг открывается дверь. И медицинская сестра говорит, Вячеслав Иванович, причем она сказала это таким тоном, что было понятно, что что-то происходит серьезное. А это был момент, когда Францев и его клиника освоила операции на охлажденном сердце или на охлажденном организме. Ну, в общем, это операции без участия аппараты сердца легкие. На эту операцию отводится всего 3 минуты. Может быть, 4, но не больше 5, потому что потом мозг перестает снабжаться кровью, и человек разрушается. А оказалось, что доктор, профессор, очень хороший, начал такую операцию. И то ли эта женщина, профессор, увидела этого ребенка и что-то вспомнила. Ну, в общем, ступор. Она не смогла проводить операцию. Францев вышел и, прихрамывая, быстро пошел в операционную. Там его помыли руки, одели маску, подготовили. Он пошел, и за 2 минуты он сделал эту операцию. Потом вернулся обратно. И сказал, ну, на чем мы остановились, очень буднично. Я говорю, Слава, я тебя прошу, пойдемте туда вместе и посмотрим этого мальчика, я хочу тебя сфотографировать. И вот эту фотографию, которую я вам показал, я запомнил его фамилию, этого мальчика. Его фамилия Цветков. Он вернул ему или сохранил ему жизнь. В нашей стране многие тысячи детей нуждаются в сердечных операциях, но 20% из них как-то еще могут продолжать жизнь, а остальные обречены. И из этих обреченных после операции Францева 88% оставались живы. А все дети, которые мы привозили, он работал в маньяке, это областной московский институт, и из Московской области дети, единственный человек, который мог им помочь, это был он. Была такая история, которая очень важна для понимания этого человека. Вместе с профессором Мишалкиным, его учителем, пригласили Францева на, как молодого и талантливого сердечного хирурга, на консилиум по поводу здоровья внука Пильша. Это был такой член Политбюро. И собрались все самые важные люди в медицине для того, чтобы определить судьбу этого ребенка. И никто из них не хотел брать на себя ответственность за операцию. И поэтому все говорили, что нужно этого мальчика консервативно лечить. Францев понимал, что если его консервативно лечить, то он погибнет. И он говорит Мишалкину, дайте я сейчас скажу, что я могу прооперировать и прооперирую. И Мишалкин ему не разрешил. Он сказал, если ты неудачно прооперируешь, то те дети, которым ты единственно можешь помочь в этой Московской области, они будут лишены возможности, потому что тебя уберут. А если ты удачно прооперируешь, то вся эта компания, которая стоит профессоров, они тебя съедят, и ты тем более не сможешь
прооперировать никого из своих клиентов. И Слава остался на месте. И всю жизнь он думал о судьбе этого ребенка, которая, ну, мне она неизвестна, но я думаю, что она не была счастливой. Францем с самого начала хотел быть хирургом. У него была огромная семья. А мама была неграмотная, дети ее научили грамоте где-то в 30-е годы. Детей было 8. А они жили бедно. Отец был путевым обходчиком. 2 класса церковно-приходской школы и врожденная грамотность. И они все унаследовали врожденную грамотность, эти дети. Знаете, а во время войны эта семья дала 2 героев Советского Союза стране. Правда, один Коля, которого мама стегала белевой веревкой за то, что нашла 20 копеек необъяснимых в кармане в детстве, а он не получил свою медаль, потому что после представления он набил морду какому-то начальнику за то, что тот пытался изнасиловать венгерскую девушку. Коля прошел на своем катере от Сталинграда до Дуная. А второй брат, Женя Францев, был героем Советского Союза, летчиком, первым потопившим подводную лодку в Северном море. И обычно героев берегли. Но Женя был очень такой активный мальчишка. Ему было 19 лет всего, или 20, я не помню. И он продолжал воевать, его сбили. Он успел на побывку приехать к семье и подарил Славе мичманку и шинель. Потом в музее Жени Францева в Чернушке, такая деревня, хотели забрать эту мичманку и эту шинель, но к этому моменту Францев Слава уже износил эту шинель и мичманку. Он охромел в 3 года. Перелом бедра, и врачи потребовали от отца, чтобы он купил хлороформ, еще что-то для того, чтобы лечить мальчика. Ну и вообще заплатили. И Слава на всю жизнь получил прививку. Он понял, что лечить надо, как ты можешь лечить, но деньги за это работу ни в коем случае с больных брать нельзя. И никогда он этого не делал. Он был честнейший совершенно доктор. Он поступил в мединститут и попал вот к Мишалкину. И обратил внимание, что Мишалкин шьет как машина стежки. Он купил пяльцы и ткань для вышивания крестом, и хирургической иглой и держателем вышивал пейзажи и портрет Маяковского, я видел, который у него был вышит вот этими стежками. Кроме того, у него кровать вся была увешана веревками в общежитии 2-го мединститута. И он и ночью, и днем, когда он просыпался или когда он засыпал, он вязал все время эти узлы. Он готовился быть профессионалом. И он стал профессионалом очень рано. Он стал доктором и профессором в медицине и в хирургии к 30 годам. Это была абсолютно уникальная фигура. Потому что Францев существовал в основном во время операции только. Так вот и был живой, жизнерадостный товарищ. Я расскажу о наших приключениях дальнейших с ним. Но во время операции это была сама концентрация. Я вам рассказал историю про этого Цветкова, ребенка. Но таких Цветковых у него было огромное количество. И все они получали не просто врачебную помощь, а спасение.
Он был строг, организован, и в нем было невероятное человеческое обаяние. А Слава воспитывал нас всех. Ну, я помню, он приехал в Грузию к нашему другу Гоге Харабадзе и стал спрашивать, почему в застолье не участвует жена Гоги, Белла. На что Гоги ему говорит: «Слава, ты хачапури любишь?» Он говорит: «Да, люблю». Он говорит: «Ну, или Белла, или хачапури, кто-то должен его подавать». Но Слава это не убеждала. Он заставлял ребенка, сына Харабадзе, мыть посуду, и Харабадзе сокрушался, что он ему портит мальчика. У Францева была такая страсть. Он любил бокс и был членом Международной федерации АИБА, она, по-моему, называлась. Это Международная федерация бокса, а он был членом медицинской комиссии. И поскольку там все время травмы были без конца, то медицинская комиссия была очень важна. И он ездил, и мы с ним встретились, договорились, что мы встретимся на Олимпийских играх в Мюнхене. Францев был элегантен, в красном пиджаке, герб Советского Союза, а красный пиджак – это был пиджак официальной делегации. И мы с ним посещали эти соревнования бокса, даже я был на финале. Но рассказать я хочу не об этом. Я хочу рассказать вам о том, как он себя вел вообще в этой страшной мюнхенской истории с уничтожением заложников, когда террористы проникли на территорию Олимпийской деревни, и в этой Олимпийской деревне они захватили заложников, израильскую делегацию борцов. И эта израильская делегация борцов вся была взорвана террористами на аэродроме. На следующий день люди наши перестали ходить по Мюнхену и бояться. Некоторые покинули Мюнхен. А Слава жил в католической гостинице в Мюнхене. И когда он выезжал из этой гостиницы, они сняли распятие женщины и подарили ему одному, единственному. Я не знаю, у него было такое обаяние невероятное и какая-то достоверность. И когда он мне позвонил и сказал: «Давай приходи ко мне в гостиницу, возьми с собой майку с надписью «СССР», я пришел. Он надел пиджак, я надел майку. Он говорит: «Сейчас пойдем на улицу и будем петь русские песни». А он хотел устроить такую небольшую демонстрацию. Пустой город, никого нету. После теракта, после всех этих событий, люди как-то перестали выходить. И мы идем вдвоем по пустому Мюнхену. И он мне говорит: «Запивай». А я не знаю, что запивать, потому что, знаете, в этой ситуации, он говорит: «Пой что-нибудь такое, какую-нибудь русскую песню». И я запел: «Степь да степь, кругом путь далек лежит». И вот мы вдвоем идем, и весь репертуар спели. После этого мы вернулись в гостиницу, он меня отпустил с чувством выполненного долга. Францев обладал невероятным магнетизмом. Там же, в этом Мюнхене, он решил, что мы должны пойти тоже с вызовом в пивную, где был вот гитлеровский путч, такое специфическое место, и там посидеть, попить пиво. Огромный ангар такой. Мы пришли со Славой, сели. На сцене играет оркестр. Все ребята такие в этих шортах, в тирольских. И стоит камень с ручками. Ну, гигантский камень.
И конферансье или кто там организатор всего этого оркестра, он говорит, что я приглашаю попробовать поднять этот камень, он весит 225 килограмм. Ну, никто не двигается, потому что 225 килограмм – это все равно, что рельсу оторвать. Францо мне говорит, иди. Я говорю, куда идти? Иди подними камень. Я говорю, как я могу поднять этот камень? Он говорит, это не имеет значения, что ты не поднимешь. Важна попытка. И я, как этот покорный его словам кролик, пошел. Оркестр замолчал, публика вся смотрит. Я берусь за эти ручки. Ну что я вам сказал? Ну, пойдите, поднимите шпалу или поднимите дом. Усилия мои были тщетны. Тем не менее, какие-то, я с ней сказал, жидкие аплодисменты. По-моему, один Францевый аплодировал меня. Мы сидим с ним, рядом с нами присели какие-то немцы. Один из них говорил по-русски. Францевый ему строго сказал. Ты откуда? Эсэсовская дивизия? Тут испуганно сказал, дед, Эдельвейс. Он говорит, ну вот, Эдельвейс. Значит, сиди, мы сейчас закажем пиво. И кёльнер идет, мимо ходит. И эти немцы кричат, хер кёльнер. Ноль внимания абсолютно. И вдруг Францев тихо по-русски говорит, поди сюда. И тот, как НЛО. Без всякой инерции. Вдруг поворачивается, идет к Францу. Тот говорит, принеси там два пива. Там такие большие кружки были, литровые. Он приносит это пиво. Францев берет пиво, ставит и говорит. Ты почему не доливаешь пиво? Там действительно. И тут по-русски неожиданно, но вдруг объясняет. Он говорит, зато не разбавляем. Вячеслав Иванович обладал невероятным тонким чувством юмора. Он помогал. И он понимал человека. Я помню, как женщина зашла к нему в кабинет, и он вдруг ее спросил, почему не выходишь замуж? А она была после операции, после сердечной. Она его спрашивает, а можно? Говорит, нужно, нужно. И когда она вышла, он объяснил, он говорит, люди со здоровым сердцем и с отремонтированным сердцем, это разные люди. Все прооперированные, они себя уговаривают еще, они не верят. То есть необходимо, как было раньше, не помню где, исправленному верить этому сердцу. Во всяком случае, сердцу, которое исправлял Францев, ему верить надо было, необходимо. Мы едем с моим другом Харабадзе, едем в Ленинград, выходим на вокзале, и вдруг я вижу, выходит Францев. У него была там какая-то конференция. Я говорю, вот, посмотри, Гоги, это великий хирург сердечный Францев. Он говорит, слушай, у меня гипоталамический синдром с вегетососудистыми срывами. Я должен проконсультироваться с этим человеком. Я говорю, ну, отлично, мы все устроим. Мы договариваемся с Францевым по приглашению. Савелий Ямщиков был такой очень известный искусствовед, он нас пригласил в гостиницу «Асторию» в баню. Он там рядом жил, все по блату. Мы приходим в эту баню, Вячеслав Иванович, Савелий, я и Гоги. И Гоги все время хочет как-то, ну, проконсультироваться. Но не находит времени, потому что не хочет при свидетелях. Францев пошел в парную, Харабадзе пошел за ним, хотя у него гипоталамический синдром с вегетососудистыми срывами. И он говорит там Францеву,
Вячеслав Иванович, тогда они были на «вы». Вы понимаете, такая была история, что я играл в театре Метехи Эдипа, и на меня упал прожектор, и по касательной ударил меня по голове. И я с той поры у меня вот эти синдромы, я не знаю, что делать. Францев ему говорит, а ты доиграл спектакль? Он говорит, да, доиграл. Он говорит, молодец, сказал Францев и вышел. На этом вся консультация закончилась. И он мне говорит, слушай, это какой-то шарлатан, какой-то профессор. Но потом мы приехали в Москву, и Харабадзе пошел к Францеву. Францев посмотрел, нашел его совершенно здоровым. И с той поры они счастливо дружили. У него было много друзей. И одним из самых близких друзей у него был Слава Голованов. Это все герои наших передач. Это все одна компания. Я вас втягиваю вот в эту компанию, в эту дружбу. Рассказываю, чтобы вы их полюбили, как я полюбил. Потому что это среда доброго обитания. Это среда, где люди доставляли друг другу радость. Ну, иногда беспокойство своими просьбами, потому что врачам мы всегда доставляем беспокойство. Но я дружил бескорыстно, потому что я подружился с Францевым уже в том возрасте, когда я вышел из вот этого сектора его интересов. Хотя он лечил и взрослых. И я знаю, что когда произошло там несчастье его товарища Полеева, сумасшедший больной порезал, Слава его собрал и сделал. И Полеев живой до сих пор, дай ему Бог здоровья, помнит это. Сам Францев не был академиком, потому что, хотя по своим всем достоинствам, он должен был академиком быть Академией медицинских наук. Но, по всей вероятности, вот это же чувство, ну, я бы не сказал, корпоративной защиты круга, так мы назовем тактично зависть, мешало этим людям признать в этом безусловно великом хирурге, выдающемся, равного себе. А он и не был равным, он был выше. Драма жизни Францева заключается в том, что он излечивал чужие сердца и спас огромное количество людей и отремонтировал сердец, которым можно было верить. А сам умер от болезни сердца. Он играл с внуком, он уже большой внук. У него были боксерские перчатки у Славы. Естественно, ему подарили эти боксеры, с которыми он общался. И мальчик ударил его в грудь, в сердце. И это спровоцировало инфаркт. И он умер спустя 2 недели. Это вообще редкость. Получилось, что никто из его коллег, которым он помогал и которые к нему очень хорошо как будто относились, они не смогли ему помочь. Или просто прошли мимо. Францев остался жить во мне, в своих близких друзьях, уже, к сожалению, немногих. И я всегда помню, что он говорил, вот сегодня, да, когда мы развращены огромным количеством самых разнообразных несчастий, гибели, убийств. Там утонул паром какой-то, погибло 150 человек. Ну да, но все-таки не 1500. То есть нам нужны цифры. А на самом деле у одного человека одна жизнь. И он помнил это, что это жизнь у человека одна. А у хирурга этих чужих жизней много. Этих единственных жизней, которыми он распоряжается и которую он может и в состоянии продлить. Он продлевал.